Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, а также Донни. Мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва за контейнеры». Кукусиандр. У нас снова новенький форматик для новичков, кто еще ни разу не смотрел подобные серийки, рассказываю. Получается, в контейнерах у нас нету машин, но есть числа. Они будут говорить о том, сколько рандомных тачек мы можем спавнить. Ну и, соответственно, мы можем получить абсолютно любую рандомную тачку, которая есть на проекте. Это как GTA, или же замененка, или же какие-нибудь спецтачки. В общем-то, ребята, очень надеюсь, что мне будет сегодня сыпать читы. Поэтому, братан, давай на наше первое испытание. Это Drag Racing, мы выберем контейнеры. Давай, мне 7, тебе 11. Тебе 7, здесь 4 тачки сходу. Нормально. Сильно, 11, сильно. А тут 11 и получил. Нормально. Такое. Мне это не нравится явно. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вали-вали-вали-вали-вали. Сейчас взорвется уже. Так, я сразу спавню первую рандомную тачку. И это получается, ребята, обычная GTA-шная Чё? Какая-то на Феррари похожа. Так, ну первая у тебя есть. Раз. Вторая есть. Три. И... Четыре. Да, ни одной нормальной тачки на Drag Racing, братан. Ни одной нормальной. В принципе, выбирай, какую ты будешь брать себе. Ну, давай, я пока покрашу. Да, погнали. Так, ребята, мы готовы. Приехали на Drag Racing. В общем-то, тоже ты взял обычную ташную вроде как. Поэтому, братан, на счет три. Раз, два, три. Погнали. Давай. Отлично. Отлично. Максималка ускорения прекрасная у меня. Значит, какая я скорость? Забираю у тебя балл 210. Нихера себе, в смысле 210? 230 разогнал. Чего? 230, да. А что по максималке, подожди, у нее? По максималке стоит, короче, 182. Я езжу 230. Ну такое. У меня 180. У тебя 180 всего? 180 я ехал. Такое себе дело. Короче, ребята, получается, этот балл забираю я. У нас получается 1-0 по баллам. Мы идем на следующее испытание. Давай. Итак, ребята, следующее испытание у нас будет прыжок веры. Выбирай контейнеры на... Испытание. Давай, мне 15-й. Тебе 15-й получается. И тут три тачки. Прикольно, а мне что? А тебе третий. Третий. И тут у нас, ну, две тачки. Это тоже, в принципе, неплохо. Окей, давай вспомнить и смотреть, что нам выпадет. Прыжок веры, да? Сразу Феррари. Сразу! Да, сразу такие крутые тачки. А, читачка, понимаю. Регира сходу, ребята! Просто регира сходу. Ну давайте чисто ради интереса, что было бы вторым. Да поможет тебе ветряк. Порш. Порш, просто порш, ребята. Ну, я думаю, тут безоговорочно. Выбираем региру, ну и пытаемся пройти и выиграть. Давай. Итак, ребята, мы готовы. Получается, с нитро прыгаем. Надо пролететь как можно дальше, поэтому. Да, все, братан, тебе ничего не поможет. Тебе ничего не поможет абсолютно. И. Хоть я и нормально лечу. Понятно. А я еще, кстати, на колеса встал и тупо качусь. Поэтому, братан, как бы сегодня удача на моей стороне. Рандом наконец-таки дает мне более-менее нормальные тачки. А значит, ребята, идем дальше и забираем остальные баллы. Следующее испытание у нас будет дерби до двух побед. В общем-то, братан, давай опять же таки выбирай контейнеры. Так, давай, короче, 6-й. Шестой, тебе две тачки, а да, мне... Да, а тебе 13-й. 13-й. И здесь, давайте вот так вот удалим. Тоже три тачки. Да. Да, в принципе, так, нормально. Так, хорошо, спавним. Давай, спавните, смотрим. Так, Пежо, значит, нормально. Лыжик. Юркина и... тачка, о, бывшая. О, 63 Брабос. Только нет, а третья что? Вольво. Вольво. Говно. А у меня три, да, машины? Да, у тебя три тачки. Макларен, братан. Ой, я сегодня... Макларен с его носом! Ой-ой-ой, я понял. Вот такое понял, себе, понял. Мне кажется, лучше Мерседес брать. Так это не считается. Ну и, соответственно, ну, Руинер тоже не считается, короче, поэтому, да. Ребята, да. Да. Ну, как бы не считается. Считается, просто я его не хочу брать. Это Макларен, мой выбор, и отправляемся тогда проходить это испытание. Давай. Итак, друзья, мы готовы. Ну, даже не знаю, что покажет твой Мерседес. Хотя, всякое может быть, погнали. Ну давай, давай. До двух побед, брат. До двух побед. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да тихо ты, да тихо ты. Что, сам вывалишься? Толки я грамотно вырулил, а? Я видел, да, я просто немного... Ты думал, что я упаду? Тихо-тихо-тихо. А ты сам как, собираешься? Да я понимаю, что нам нужно только вот так вот. Носом, брат. Носом! Я уехал. Подловил, давай, короче, сюда. Погнали. Готов, да? Да, поехали. Желаю удачки, брат. Желаю просто удачки. Тебе тоже. Больше я так не поведусь. Сказал Димка и повелся. Красиво, да, согласись? Просто покинул. Ну ладно, в общем-то, друзья, не расстраиваемся. По баллам 2-1. Отправляемся тогда на выбор следующей тачки.
Давай. Следующим испытанием, ребята, у нас будет езда по бездорожью. В общем-то, братан, давай. Мне первый, тебе 18. Первый? Ты уверен? Да. Две тачки. А мне какой, 18-й? 18-й, да. Дай. Один. Ты задолбал. Чё-то как-то подозрительно. У тебя больше тачек всегда? Давай, спавни. Так, у меня две, да? Да, у тебя две. Первый есть. Да, по бездорожью. Ну да, нормально. У меня чё? Даже не знаю, что выбрать. А, у тебя чит. А, ты меня троллишь сегодня, нет, да? Нет, я отвечаю, нет, 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 это вторая уже тачка. Я, слава богу, не видел цифры. Я не знаю, я не вижу его экрана, ребят. Я в натуре. Если он сейчас... Подожди, стоп. Я а проверю. Если нет? Если нет, ребята, в комментариях пишите хэштег Димка. Кто? О, так, ну, все, допустим, все. А если я, если я не троллю? А если нет, то ничего не Димка пишу, красавчик, вообще. Хэштег, все. Ну, я, не, просто я же не вижу просто, короче, ребята, я говорю. Ну, это прямо максимально а круто. А что, я все машины куда-то поудалял? У меня там байлер был. Байлер. Ну да, забирай байлер. Ну погнали, чё, я даже не знаю, получится ли у тебя или нет. Ну, пробуем. Ребята, ну что же, езда по бездорожью, чит, Маклара, ну едь. Я пока поговорю, едь. Давай. Вот, у нас получается чит Макларен против, ребята, внедорожника. Ну, как бы, брат, сдаешься? Да нет. Нет? Уверен? Нет. Ну давай, да, ну давай попробуем. Конечно. Тихо, ай-яй-яй, вызывайте скорую. Время. Вызывайте скорую, тихо. Давай. Кстати, интересно, пролечили? Если утонешь, то все, минус машина, пешком пойдешь. Сейчас, все понятно. Сейчас. Новые правила на ходу придумываешь. Смысле, тихо, какие? Тихо. Да я просто экспериментирую, можно ли было так сделать или нет? Нельзя. Она не есть, к сожалению, по воде. К сожалению или к счастью. Вай. Ой, как вырулил хорошо. Позавидовал бы Вин Дизель, да, понятно. Понятно, ребята. Здесь три флеша стоят на берегу. А... Такой. Нормально. У них своя вечеринка, у них, так сказать, да, своя атмосфера. Почему бы и нет. Почему да. бы и нет. Слушай, я, конечно, все понимаю, ты просто медленно идешь к своей цели, а я тут что-то да, ты выпендриваюсь. Там, ты херней страдаешь. Выпендриваюсь, но... да. Поэтому это прямо ну такое. Это прямо ну такое, еще и вода меня сильно тормозит. Не, ты нет у тебя шанса, брат. Ну сдавайся, все же. Ну понятное же дело, ты не выиграешь. Да я что, я не буду сдаваться. Ты не будешь сдаваться? Сдаюсь только Димке. Димке? Я никогда в жизни не сдавался, поэтому давай тут не начинай меня. Я тебе могу целую подборку своих видосов сделать, а ты да ладно, все, что ехать дальше. Я и так все ясно, там в таком духе. Ну все, давай, жду тогда. К моему дню рождения сделаешь. Скину на Киви 200 рублей тому, кто из моих видосов склепает отдельный ролик, где Димон постоянно типа. Ну так, тут ну, либо где? Ты, короче, золотишься, либо ты не, я скину 200 рублей на Киви тому человеку, который в личку мне ВКонтакте скинет подборку, нарежет, то есть, моменты, где Димон, значит, говорит, типа, да ну зачем ехать дальше, типа, все и так уже понятно. Вот, скину 200 короче, рублей на Киви тому. Ну, в принципе, да, ребята, если, короче, ну, все условия вы слышали, да, давайте, я буду тоже ждать, мне будет там уже интересно. Да. Ну ладно, ребята, а тут очередной балл у меня, тогда давайте отправляться на выбор следующих тачек. Давай. Следующее испытание, ребята, у нас будет прыжок в длину. Ну что ж, давай. Давай, братан, пока мне нравятся твои выборы. Давай, девятый. Я прям на него и смотрю, братан. Два тебе, а мне десятый. И четыре! Понимаешь, что ты проиграл? А какой это испытание? Прыжок в длину, брат. Ты проиграл. Газон новый. Газон. Я думаю, понятно, что тот форт, а у меня только не вылет, пожалуйста. А Макларен, овощной Макларен. Удаляй его скорее, я его удалю. Давай, удаляй. Тогда, короче, ребята, у меня пока, ну, мотоцикл тоже не считается. Пока тачек нету. Первая, понятно. Первая вторая, есть. Понятно. Хорошо, пошел. Третья, плохо. Хорошо, пошел. Четвертая, ну, это тоже ну, такое так, себе. Ну, вроде как плюс-минус одинаковые должны быть тачки. А значит, ребята, мы сейчас это протестируем и узнаем. Давай. Так, друзья, следующее испытание. Прыжок в длину. Бентли или же Форд? Вопрос. Ну... Вопрос, я думаю, очевиден, что Бентли под нитро, под одним, брат. И не надо так. меня обманывать, я все вижу. Тапку в пол. Да я тебя никогда не обманывал. Да, конечно. Конечно, брат. Я все вижу. Не, ну ты догоняешь. Под одним нитро, да? Да, под одним нитро, брат. А у меня уже все, 470, я... А я все. А все. Надо было раньше. Пока. Ну да, понятно. Красиво пролетел я. Ну и да, я думаю, это твой балл на... Хотя... Не, твой балл. Твой балл, ребята, ты буквально, ну, в соседнем, так сказать, селе, в соседнем дворе, в итоге, да, ребята. А, по баллам что там у нас? 2-3. Значит, мы отправляемся на выбор следующих тачек. Давай.
Так, ребята, следующее испытание — это смертельные шашки. Выбирай себе контейнер. Так, давай 8-й. Уверен? Да. Молодец. А тебе давай 12-й. Уверен? Нет, давай. Да, блин, такое. Та-дам! Так, Лёха. Шашки, а у меня... Ну, знаешь, Альфа-Ромео, да, против Лёхи. Ну, давай попробуем. Так, ребята, мы готовы. Смертельные шашки. Мы должны будем доехать, Леночков, рассказываю. Вот весь этот участок тут развернуться и вернуться обратно. Победил тот, у кого будет тачка быстрее, поэтому, братан, надеюсь, что не у тебя. Раз, два, три, погнали. Так, ну, старт у меня более-менее, но тебя скорость, да, знаешь, да, 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 да. Так, 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 так. Лёха, Лёха, без тебя так плёхо. Да. Давай, поехали. Ну, короче, минимум уже выполнен, ребята. Я быстрее. По поворотам вообще беда. По поворотам беда, беда, беда. Врежься, брат. Прямо сейчас. Да, 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 да. Тихо. Тихо. Врежься, брат. Слушай, брат, брат. Не догоняй или догоняй. Да. Какая скорость? 190. А, 180. Тихо, прости, 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 прости. Что ты орешь? Ты что? Да потому что я не мог повернуть. Нет, ты меня уже прям прижал. Я видел, 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 да, было такое дело, но... Но в любом случае ты дальше. Я как бы заранее. Пока драки нет, можно поорать, а потом уже надо махаться как. Сразу хочешь, короче, уничтожить противника криком? Да. Звуковое подавление. О, кстати, где тут мой микшер? Твою мать, хорош, ты это, не настроил свой микшер еще, слышишь, дядя? Так, 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 братан, отдавай мою первую позицию. Ты наушники, что ли, снял? Да, я тебя дальше не слышу, все. Я понял, обманщик. Ты меня все слышишь, Донька дурак. Я слышал. Я знаю, что ты молодец. Понятно все с тобой. Ну, Димка такой Димка, надо было ему меня, да, подрезать, обогнать же не может, надо было подрезать и вынести. Я пытался меня, да? обогнать, но я что-то прям засмотрелся на такую красивую задницу Лексуса, он мне так понравился. По всей дороге, дорога шестиполосная, надо было, конечно, тебе прям за мной прям вплотную. Мартан, я врезался тоже специально. Специально врезался? Ну, как нет, сказать. Мне от этого не легче, как бы. Не специально, конечно, но просто. Все, а Димка фуфил, короче, сегодня. Сам ты фуфил. Ладно, братан, на самом деле это же смертельные шашки, поэтому что-то это как бы... Это, ну, шашки. Да, шашки. Выходи, раз на раз, давай, иди выходи. Сюда, иди сюда, иди раз сюда, на раз, иди давай. Сюда. Иди сюда, давай, давай, давай. Ну нахер. Ну нахер. И флеш такой... Флэш за меня! Я тебе что сделал? Флэш я тебе что сделал? Ладно, ребята, отправляемся на следующее испытание, а пока что балмой. Следующее испытание, ребята, это спуск с горы Чилиад. Какие контейнеры ты давай, выбираешь? Давай, мне пятерочка. Тебе пятерочку говоришь? Да. Три тачки, а мне? Ага, а тебе двоечка. А мне двоечку, да. Тоже три тачки. Ну, в общем-то, неплохо. Давай, смотрим. Смотрим и... Ой, только не это. Братан, спуск, только не да, это. У тебя? Ну да, съезд горы Чилиад, и в итоге... Комара... АМГ, новенький, новенький, да, три тачки. О, такой конченый. Ну ладно. Так, раз и... Кто это говно поставил? А, пожалуй, ты возьми. Кто это говно я поставил, это я. Такое. Ладно, ребята, я думаю, тут выбор очевиден. Там, конечно же, Мерседес, а у тебя внедорожник. Ну, попробуем, давай, погнали. Итак, ребята, мы готовы на счет три. Отправляемся и должны приехать первыми. Раз, два, давай. Три. Погнали, братан. Погнали. Короче, у меня, походу, нет шансов, да? Не знаю. У меня же не супербыстрая машина, обычная. Но... Она же, по идее, должна у тебя... Она никому не должна. Как минимум ехать хорошо по этим всем. Но! Бугарканда! И не это, и не возникай. Ах ты! Ты чё друга не ждешь, а? Какого? А? Меня, блин! Ах ты, я понял. А, ты про Валерку, да? Какой у тебя Валерка? Ну-ка расскажи. Валера, настало твое время. Вот у меня на самом деле сосед Валера. Такой алкаш. Ну все, ну как бы... Да. Не бывает, чтобы, знаешь, не было друга алкаша. Почему-то все они Валерки. Да, все Валерки. Валера, извини. Да. Короче, я что-то прямо... А когда, как ты говорится, просто меня. Обосновали всех Валер по жизни. Сейчас такое Валера, я не знаю. Сейчас Валера думает, да, куда поступать, как поступать. Он такой, да, и все понятно. Все, спасибо, пацаны. Да, тут меня пацаны уже определили. Да, определили по жизни. Короче, ладно, ребята, я в итоге, пока говорил с тобой, это проиграл. Я проиграл, братан, понимаешь? Как бы 4-3, ты понимаешь, да? Чем пахнет? Твоим поражением, да. Ладно, ребята, давайте отправляться на выбор следующих тачек. Давай.
Итак, ребята, следующее испытание получается у нас. Маленький спринт будет по городу. Давай в итоге выбирай себе контейнеры. Давай мне 16-й. Тебе 16-й, 2. Так, мне... а тебе 4. 4, да? 1. Ну такое, брат. Такое, 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 такое. И в итоге... О, это семерка. У тебя краш? Нет, мне нормально все. У тебя, кстати, заряжена какая-то хрень. Какое испытание? Получается спринт-гоночка по городу. Маленькая такая. Это считается? Да, это же тачка. Это, ну, это типа байк, ну, это байк. Ладно. Считается, нет? Нет. Окей, так, спавним. Ну, типа, это лодка, но заменяет байк. Давай, давай, да, я понимаю. Я просто объяснил, кстати, у тебя две, получается, тачки, которые более-менее боком едут вроде как, да? Ну, кстати, да, наверное, возьму, ну, наверное, 32-й, скорее всего. Ну, окей, давай тогда. Мне кажется, более заряжен. Погнали. Итак, ребята, в итоге у нас гоночка будет аж на целых 3 километра. Желаю тебе удачки, раз, два, три, погнали! Давай. Ты диск решил поменять? Такое? Да. Такое? Такое, но тебе, мне кажется, не поможет. Ну, прокачка, посмотрим, если только. У меня снова Султан РС, чтобы Султан? Ну, такое. РС, не Султан, а Султан РС. Султан РС, типа тащит? Да. Ну, посмотрим. Типа Субару. Субару? Субару, Субару, Субару. Дядя, что у тебя сзади? Что сзади? Не знаю, какая-то надпись была сзади. Да там же написано, хочешь подойти, посмотри, иди. А что у тебя спереди написано, братан, там не видно, такая, да, там красная. Да, я не вижу, да, подожди, извини. Начинается на «э», заканчивается сейчас, на «хэ», приеду, тогда это. И посредине какая-то буковка непонятная. Ладно. Интересно потом посмотреть, ну... Ёп, ну конечно, ну найдите я тормознул, фотографии. Я тормознул, извини. Ну я виноват, что ты по одной и той же траектории, как и я еду. Когда ты ж действительно? А я виноват, что ты именно, я уже въехал в тебя, я в этом виноват. Я виноват, что ты копируешь мое движение по этой трассе. Короче, вызывай депосов, заколебался. Вызывай депосов, может так определимся. Я тебе 100 рублей дам на починку твоего ГТРа. А что по скорости у тебя? 176. 190, пока. А, да ладно. Сейчас по прямой просто. На прямой я просрал, да. Ой, не давай мне 14-й. Окей. И здесь 4 тачки, а мне 17-й. 5 тачек подбирали. Ладно, красота. Погнали. Раз. О, кстати, машина в плане из... Не-не-не. Из реально? Типа, не такая же. Не, у него старая была. Давай, следующий раз, что-то. Так, фигня. Я показываю. О, ну... Чисто по вагу сегодня пошел. Чисто по ауди я сегодня пошел. У меня Леха. Ну, я бы не сказал, что у тебя прям все четко. У меня. А, спуск, да, наверное. Да, спуск. Я, наверное, возьму, там нужно колесо. А что-то даже не знаю, брат. А что-то даже не знаю, посмотри, что у меня. Панамеру. Ну да, наверное, Панамеру, но хотя это даже. Ну, был бы Тайкан. Или Тайкан, то было бы намного лучше, но. А еще скажи, было бы Додж. А, да, ладно, давай, короче, Панамеру или. Ну ладно, давай, погнали, пройдем до испытания. Итак, ребята, последнее испытание. Оно же решающее, и мы узнаем, а кто же будет победителем в сегодняшней рубрике. Естественно, не ты. Но... Вообще, кто когда знает? Обычно я так говорю, я вот... Ой-ой-ой-ой-ой, о, спасибо, да, блин. Там. От души, душа на душу. Ты же почти встал. А я сейчас по камням поеду, ну спасибо. Ну спасибо, братан. Да нет, за что обращаюсь. Ты что-то задолбал прям на пути постоянно... Все? Нет, что это? Да ё-моё, я уже, блин, пытался. Я же тебе припечатать хочу и... Что ты хочешь мне хочу. Припечатать? Да. Что ты хочешь мне сделать, братан? Припечатать тебя к стенке, меня к горе, к камню, к чему-нибудь, чтобы ты остановился. Ты, я ты дал такое? Последний балл. Последний бой. Он трудный. Давай, сам. Давай, давай. Там все, встал, да? Все, да, 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 да. Плохо, я иду задом. И впереди меня камень. Это ничего хорошего. Па-п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 а-
Да! Знаешь, что замечаю? Каждый раз, когда я говорю на этом испытании, что ты не выиграешь, ты не проедешь, да, я всегда выиграю. Ну такое, ребята, в итоге... Получается, последний балл заработал у нас Донни, а значит, он победил в сегодняшней рубрике. С этим мы его поздравляем, а на этом серия подходит к концу. Обязательно давайте наберем на ней 5000 лайков, а также предлагайте варианты для ее улучшения или же новые вариации этой рубрики. Ну а мы прощаемся, всем удачки и всем пока. Пока.
Mm-hmm.